Так, алло, привет, привет всем, кто подсоединяется. Так, сегодня у нас 6 июня 2021 года. Так, ребята, кто на связи, напишите, как качество. Вот метро Озерки, ребята, приехала я. Метро Озерки. Сейчас мы в прямом эфире, идем с вами на пляж. На пляж к Озеркам. Так, кто-то на... О, все, Лида, мама Лида, Андрей, все, видно, да. Сейчас. А, погода стоит очень жаркая, где-то по 30 градусов в Санкт-Петербурге. А, вот, решила выйти сейчас на пляж, Озерки, потом, наверное, поеду к Финскому заливу. Так... Так, скажите, работает, раз, два. Работает ли микрофон? Подсоединился ли микрофон? Здесь у нас, кстати, продаются фрукты, овощи, вишня. Клубника 250 рублей. Все работает, все, спасибо. Так, вот смотрите, метро Озерки, вот, вы меня часто спрашивали, как дойти до пляжа, вот уже пляж, то есть вот дорогу перейти и уже пляж Озерки, сейчас поснимаем сразу, наверное, два озера, я, наверное, пойду на второе, посмотрим, сколько людей, сегодня же выходной день. Сейчас, ребятки, я с вами поздороваюсь. Мамочка, сейчас я с тобой тоже поздороваюсь. А в тенечек подойду. Вот, приветик, ребятки, приветик. Привет всем из Санкт-Петербурга, жаркого. Мне пишут из Сочи, что там холодно. В Анапе, а в Питере 30 градусов. Вчера 30, сегодня. У нас... А, дождик маленький. Покапал дождик. Сейчас, ребятки, ничего не вижу. Я тут буду всех нахмуренные. Так. Пока что я настраиваю, ребята, камеру, звук. Проверяйте еще раз, чтобы уже на зеркалах нормальное качество было. Вот уже с пляжа идут. Ух, много народу. Хотела на Финский залив, но в прямом эфире качество там, конечно, как вы видели, не ловит интернет. Сейчас проверим, как на Озерках. Ох, как много людей. Как много. Туалет, кстати, работает. Здесь должны быть кафешки. Ребятки, я в первый раз иду с вами в этом году, то есть. Хотя вроде... Когда последний раз была. Так. Сейчас, ребята, я пока настраиваюсь. Ага. Стабилизатор. Качество хорошее. Вот, все, спасибо. Я как раз хотела знать. Качество не очень. Кто-то пишет, что не очень, кто-то пишет нормально. Еще проверьте, микрофон ли точно работает, микрофон. Вот, ребятки, смотрите, у нас уже в парке, как заходишь в парк к Озеркам, уже загорают. Ну, вы много роликов у меня на Ютубе, я снимала Озерки. Прямой эфир только один раз делала, по-моему. Кстати, с шашлыками даже запахло. Вот, с этой стороны тоже. Ну
все, мы сейчас подойдем уже к первому озеру. Эх ты! Тут тоже толпа народу. О, Господи, ребятки, вот что Питер. Если, конечно, качество. Ой-ой-ой, все занято на этом. В Финском заливе тоже перебор, здесь тоже. А, новые раздевалки сделали, вот смотрю, не было в том году. Ребята, как с качеством? Ух ты, поглядите, что творится. Что творится? Очень много народа. Ох ты! Ребята, как с качеством? Видно ли? Потому что солнце светит. Но смотрю, здесь обустроили немножко, вот, смотрю, что-то тут еще для отдыхающих сделали, передевалки. Что-то вот, да, камушки положили, в том году не было. Это мы сейчас с вами в первом. Среднее качество, да? Ну, не знаю, ребят, кто-то пишет нормально, кто-то не знаю. Ну, давайте вот немножко пройдемся. О, тут для детей что-то, развлечения сделали. Раньше здесь кафешку летом открывали. Ух ты, Господи, какая толпа народа. В Питере, когда стоит такая жаркая погода, все стараются куда-то выйти или выехать на дачу, там, за город, на Ладожское, на Финский залив. Ну, ближайший, вот видите, как это очень близко, потому что от города, вот, 5 шагов и уже на зерках от метро. Ну, детская площадка. Ребятки, я даже сама не знаю, куда мне идти, ну, здесь, конечно, перебор, сейчас пойдем на второе озеро. Здесь я немножко пройду, вам поснимаю. О, смотрите, тут тоже что-то посадили. Обустроили. А у нас ливень кто-то пишет, Евгений пишет. Ну, Евгений, вот мне тоже, у меня сейчас и сестра там, и племянники уехали в Анапу. И там тоже сказали холодно. То есть в Сочи, в Анапе холодно. В Питере 30 градусов стоит, жара. Сейчас я шляпку одену, ребятки. А то я в метро снимала. И одену очки. Ох. О, Господи, ну, конечно, обустроили, молодцы, смотрите, и урнов, урны побольше стали, стал урнов, так, для мусорки какие-то, вот это еще, дорожки сделали, не было дорожек в том году, вот, тут тоже что-то, а, лавочки какие-то сделали, лавочки, о. Для детей очень много сделали, смотри, там еще какие-то горки, развлечения. О, вы посмотрите, это муравейник. Это Сочи местное. Я не спорю, вы спорите, я спорю. Вот, я сейчас, кто там пишет, Макс. Вот, привет, я в Питере. Вот, на метро, у метро Озерки, тут пляж Озерки. У нас очень много у меня роликов, посмотрите, один ролик где-то 2 миллиона просмотров. Тоже с Озерков. Штук 6 роликов есть у меня. Так, ребятки, извиняюсь, я буду тут хмуриться, я ничего не вижу, у меня экран совсем черный. Сейчас смотрите, как стоит уже третий день, по 30 градусов в Санкт-Петербурге. И вот, что происходит. Совсем не какой-то пляж, я не поняла. Я смотрю точно. Так, ребята, напишите еще раз, как с качеством. Потому что если плохое качество, я перезагружу телефон. Когда перезагружаю, у меня качество лучше становится. Но посмотрите, что тут. Муравейник. Я даже не знаю, куда мне тут присесть. Наверное, вот там вот следующий еще вот на другой стороне. Второй пляж. То есть озерки вторые. Тут 3 озера. Вот. Вы посмотрите, что происходит. Mm.
Посмотри, как вода. Да, сейчас подойдем, вода. Ребята, ну посмотрите, ох, как много людей. Я не знаю, как тут... Ребятки, вода. Потому что странно, что в Питере такая погода сейчас, 30 градусов. Ох, ой, ну вода, я не сказала, чтоб теплая, так. Так. Еще не нагрелась. Ну, конечно, купают. Ну, детям, дети в холодной воде. Телефон не урони. Телефон стараюсь не уронить. Так, ребята, проверьте. Вот так, я сейчас стараюсь потихоньку говорить, чтобы не кричать. Меня слышно. Вот я сейчас шепотом говорю, чтобы тут не кричать на пляже. Сейчас, отходи, я футболку, майку сниму, маме отдам. Артем, аккуратно. Телефон я не уроню, телефон у меня на стабилизаторе. Он отлично все, да, все, спасибо. Не знаю, ребятки, сейчас, наверное, пройдусь немножечко еще. Ох, тут дети, конечно, настроили всякие каналы. Пройдемся с вами, господи. Конечно, перебор. Перебор тут для очень много людей. Как будто мы где-то с вами, не знаю, на море. В Сочи в самый разгар отдыха. Я хочу посмотреть, вот что тут для детей сделали. Вот это в том году не было таких построений. Горки какие-то. Что-то такое. А, да. Какие-то лазейки сделали для детей. Там тоже что-то. Вот это не было, ребята. Это вот... Вот, наверное, только что вот построили что-то такое для детей. Лазейки всякие. О, какие подземные ходы. Подземные ходы. Ну, детей... Ой, детей, конечно, очень много, ребятки. Смотрите, сколько детей. Ох. Так, ребята, еще раз проверьте качество. Сейчас я попробую вот с этой стороны вам снять. Господи. Ох. На заливе все купаются. Валерия, слышно? Все, спасибо, Макс. А, Валерий, все. А мы сейчас не на заливе, мы сейчас на озерках. На заливе я сейчас тоже, может быть, сейчас поснимаю вам здесь и, может быть, на залив поеду. На заливе просто, ребятки, сколько раз я пробовала вам поснимать прямой эфир, никак интернет не ловит. Особенно, когда к воде, помните, мы с вами подходили совсем все. А, кстати, ребятки, вот я немножко еще постояла в воде, нормально уже все, теплая. Народу везде полно, да, Валерий, вот я что, выходной и жара, сейчас везде на Финском заливе тоже перебор. Это что, хорошо, это никуда не надо ехать за город. Метро Озерки, вот 5 шагов, вы сейчас видели, я от метро дошла, специально показать вам. А, вот. И пляж. К Финскому заливу тоже метро Беговая. Там тоже дойти минут 10 от метро. Ну что, ребята, куда пойдем? Смотрите, можно пройтись. Вот другая сторона. И там следующий пляж. Давайте пройдемся, все равно я снимаю ролик. Главное дело, ребята, проверяйте качество как. Качество. Потому что везде смотрю повторе, ужасное качество прямых эфиров.
Вы поглядите, поглядите, господи. Да, там нет на Финского залива интернета. Сейчас мы с вами попробуем пройтись до другого пляжа. Сейчас я постою. Там, наверное, есть интернет. Люба, лучше сегодня здесь погуляй, позагорай. Ой, спасибо, кто так заботится, Валерий, спасибо. Ну, давайте сейчас погуляем. Сейчас. Я думаю, как тут сейчас пройтись? Ну, давайте пройдемся здесь потихонечку. До другого пляжа дойдем. Я, в принципе, хотела, ну, немножко позагораю, не знаю. Стихи озвучивать мне тут точно не удастся. Тут даже негде место посидеть. Если только на второй пляж, мне там, конечно, лучше нравится. Давайте сходим на второй пляж. Ой, какая классная погодка. Ребята, вас не хватает. Давайте все ко мне бегом марш. Все подписчики собираемся и отдыхаем. Классная погода, конечно, для Питера. Но много людей купаются, ребята, видите? Я, конечно, не купаюсь, ребята, вы сейчас спрашиваете, не купаюсь, я просто хожу гуляю. Загораю. Я здесь не купаюсь, я не знаю. Так, сейчас я вам покажу, как вода, кстати. Ну, видно, что, ну, более не видно, что такая, что совсем уж грязная. Люба, лучше так. Там нет интернета. Так, напишите, ребята, как с качеством еще. Чистая пресная вода. Кто-то пишет так. А, Евгений. Ну, не знаю, насчет чистая, не чистая. Ну, кстати, вода-то теплая, ребятки. Вот я сейчас хожу, теплая. Теплая. Я прямо в туфлях, конечно, смотрите. Нормальное качество. А, все, Андрей, спасибо. Вот. Андрей, как будет качество хуже, сразу пиши, буду перезагружать. Ой, правда, теплая вода. Вот здесь вот шашлыки. Я когда приезжаю, мы здесь с друзьями шашлыки. Ну, я картошку пеку. Вот там и на том пляжике. Ну что, ребята, как я, ваши предложения? Здесь погуляем еще немножечко. Ну, конечно, здесь очень людей много. Я даже не буду тут загорать, потому что это уж вообще перебор. Или пройдемся, давайте для экскурсии пройдемся, пока я в прямом эфире. Давайте для экскурсии пройдемся вот на тот пляж.
Вот видите пляж? Я не знаю, видно ли вам. Вот. А, и на второе озеро. Со вторника по пятницу будет супер добираться до солнечного пляжа. А, погода будет супер, Валерий, спасибо. Я просто не знаю, ребятки, я пока, сейчас я вот здесь вот тенечек стану, я сейчас на себя камеру. Вот, о, ну все, теперь я вижу нормально. Так, извиняюсь, что я себя тут не показываю. Ой, сколько народу много. А. Камера у меня на минимум света стоит, потому я не вижу вообще, что вы пишете. Вот, чтобы батарейка не села. Привет. Привет, аж Бурак или там, извиняюсь. Так, сейчас бы мне куда бы не упасть, пока я читаю сообщение. Так. Привет всем, ребятки, привет из солнечного, теперь солнечного Питера. А, привет. Ну все, ребятки, я вам показала этот пляж, сейчас идем, давайте. Так, камеру все-таки переведу, чтобы тут не упасть куда-нибудь. Видите, какая дорожка тут. О, шашлыки. Вот как ребятки говорила, вот шашлыки делают. Как ты там? Я хорошо. Тут такое интересное дерево. Смотрите, если, конечно, видно. Я все время, когда прохожу, думаю, о, как оно интересно растет. Главное, не растет, оно вообще половинка. Половинка дерева. Половиночка вообще. Ну все, здесь пошли шашлыки. Здесь дорожка у нас на второй пляж. Здесь собачками купаются, шашлыки делают. Вот видите, очень много шашлыков. Отдых для шашлыков. Ох, тут, о господи, выходной день называется. О. Ребятки, вообще, как ты там, я не пойму, как тебя читать правильно. Я нормально, ребяточки, я нормально, погода суперская, выходной день, а, пляж Озерки, ой, собачка, музыка, вот как люди отдыхают, столики с собой приносят, дискотека, шашлыки, иностранцы. Ну не знаю, ребятки, вот видно тот муравейник, как я его все время называю, муравейник. Вот, пляж муравейник. А, ну и плохо видно, конечно. Так, Асбурак. О, какое у тебя имя сложное, Асбурак. Ну что, пройдемтесь. Так, кстати, вот здесь вот нормально можно покупаться, если кто не любит толпа, когда толпа народа. Ой, так шашлыками везде пахнет. Там тоже очень много. Так, кто у нас еще на связи? Что, ребятки? Саша со мной не пошел. Кстати, Анатолий на связи. Нет, Анатолию, там привет из Питера. Саша у нас пошел в театр на спектакль. Вот. А я решила, если уж погода такая жаркая, какой спектакль можно и походить зимой. Вот, пока погода жаркая, надо все-таки выбрать время. И позагорать, потому что... А вдруг потом будут одни дожди. Питер-то это город дождей. Вот смотрите, классно. Так, теперь я уже солнышко не вижу, извиняюсь. А, все. Вот. Идем, ребятки, на второй пляжик. Вот.
кто только зашел, можете повторе потом посмотреть. Я уже центральный пляж поснимала. Ой, уточки тут. Но смотрите, воды больше стало, потому что раньше ходили вот здесь, вот тропиночка. А сейчас все дотопило. Так, кто-то у нас еще идет. Ужасный обзор. О, Хорхе пишет. Хорхе, ужасный обзор. Хорхе, ты опоздал. Вот. Идем. Кстати, Хорхе, привет Аргентину. Кстати, не поздоровалась. Идем. Поснимаю для вас специально. Очень красиво вы, озеро. О, спасибо. Погода точно суперская. Ребятки, я для вас специально дойду, то есть для пляжика второго. Вот, а потом посмотрим, где остановиться. Вы скажете, где мне лучше остановиться, позагорать. Там, конечно, вот кто-то, если опоздал, посмотрите, там очень много людей. Там вообще вот мы с вами прошли, даже посидеть негде. Вот пляж мы с вами прошли. Там муравейник, я точно скажу, муравейник. Вот. Ой, какая красота, ребята. Я все время прохожу, когда сирень. Я все время снимаю. Вот, красота все. Красота. Все цветет. Красота. Тут тоже отдыхают. Тут тоже можно, кстати, посидеть. Ох, вот какая красота. Какая красота, ребятки. Все в цвету. Не могу прям пройти. А, запах какой вкусный. Ой, какой запах. Самая классная погода сейчас, когда все цветет в Питере. Так, Андрей, все, на следующем озере народу не меньше. Валерий, ну да, там тоже очень много. Сейчас пройдемся просто, ребята, посмотрим для интересного, для любопытства. Мне самой интересно. Ох, шиповничек тоже. Что, прям жесткая там? Я тебя попыталась ее вытащить, блядь, она на меня запрыгнула, нахуй. Сейчас везде, в такую жару, конечно, везде полно людей. Выходной еще. Шашлыки с кальяном здесь. Вот, ребята, отсюда вот как раз и город видно. Вот, и пляж. О, как мы с вами отошли, кажется, что вообще. Вот. Пляж отсюда видно. О, точно муравейник. Ребята, точно муравейник. На чем-то тут на лодочках. Сейчас пройдемся. Давайте сразу же пойдем на озеро. Здесь веревочный парк. А, вот, кстати, или прокат дают, или что, я не знаю. Лодочки. Ой, шашлыками пахнет. Я, конечно, люблю, когда сиренью пахнет. Шашлыки я не люблю запах. Вот. Шашлыки. Так, вот веревочный парк. Не знаю, ребятки, давайте, может быть, немножко здесь пройдемся, а потом сразу вот второе озеро там. Сейчас просто пройдемся здесь, посмотрим. Просто как здесь тоже. Ну, здесь, смотрите, здесь хорошо то, что тенечек. Если кто-то просто хочет посидеть,
Здесь уже тенечек по сравнению, как там пляж. Фу, я немножко запыхалась сейчас, ребятки. У меня в туфлях один песок. Ну что, ребятки, ну давайте вот пройдемся около моего дерева тоже. Я обожаю это дерево для фотосессии. Классное, смотрите. Бегущее дерево я его называю. Вот. На лодочках все отдыхают, все отдыхают. Ну что, ну тоже народу много. Ну что, ребятки, ох, там тоже очень много. Блин, везде музыка играет. Сейчас я постараюсь прикрыть, чтобы не слышно. Потому что меня уже во всех эфирах нарушения пишут, авторских прав. Потому что идешь на улице, везде музыка играет. О, господи, 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 тут тоже очень много народу. Ну что, ребятки, давайте сразу тогда идем на пляж второй, на вторые озерки. Ух. Так. О, какая вот здесь вот красота для фотосессии вообще. Супер. Жалко, у меня это эфир не суперское качество, вообще даже сказала ужасное качество. Не знаю, надо что. Фу, сейчас я отдохну, в гору поднималась так. Ну что, ребятки, смотрите, класс. Все с палатками, даже тут с ночевкой. О, столики. А посмотрите, какой отсюда вид. Все шашлыки делают. Сирени. Фу. Сирень. Не могу пройти. Балдежный запах. Перебивает мне запах шашлыка, ребята. Просто не люблю запах. Ой, кстати, тоже какие-то желтые цветочки. Запах не люблю шашлыка. Вот. Ну все, ребята, кто мне на связи? Так, ребята, кто со мной на второе озеро, да? Смотри, здесь тоже шашлыки делают. Ну вот, смотрите. Тут тоже детская площадка. Ну вот, переходим на дорогу. Есть еще старое видео, где вы показывали пляжи, недавно видел. Да, Хорхе. Несколько роликов у меня с этого пляжа. Вот. Один прямой эфир и, наверное, 5 или 6 роликов. С этого пляжа один очень популярный. Так, сейчас я пройду. Фу. Сейчас мы просто, ребята, вот тут еще, о, футбол играют или волейбол что-то. А, нет, футбол играют. Фу, теперь тоже надо подниматься тут по песку. Да, Хорхе у меня все видео смотрит, поэтому знает. Так. Поднимаемся на второй пляж. Просто, ребята, просто мне интересно смотреть. Хотя машин очень много стоит. Я понимаю, что там, значит, толпа тут тоже. Фу. Ох, вот вид уже открывается. Ну вот, ребятки, ну я бы сказала, здесь поменьше народу. Здесь уже с детьми, детей меньше. Потому что детских площадок тут нет. И дальше идти. Вот. Ну вот здесь катается, вот я не знаю, как эти называются. Ни разу не каталась.
Так, смотрите, ребятки, кто у меня там сейчас на связи. Я сейчас буду спускаться, спускаться вниз. Проверьте, как интернет хуже становится. Потому что сейчас буду вниз спускаться к воде. Может быть, интернет хуже станет, и качество у вас будет не очень. Спускаемся вниз. Проверим, какая здесь водичка. Второе озеро. На велике сюда приезжает. Ой. Ну, кажется, здесь по вроде. Или мне кажется, не знаю, какая вода погрязнее. Ой, ну здесь теплее вода, ребята, почему-то. Или у меня уже ноги привыкли, здесь потеплее вода. Идемся. Ох, классно здесь, классно как. У вас на самом деле есть несколько в этом месте, я не видела всех. А, Хорхе, да. Очень много роликов здесь. Просто мне скучно, ребята. Если я иду на пляж, мне просто загорать, там, купаться, что-то там, сидеть, мне просто скучно. Поэтому я хоть какое-то дело поснимать, видеоролики. Можно туда пройтись, ребятки? Вон есть еще есть третье озеро есть, но я там не была, если честно. Я только в основном вот на первое и второе озеро. Ох, как с разбега. Но вода, ребята, вообще я что-то даже в шоке. Теплая. Что тут замки построили. Так, качество нормально, ребятки? Так, он выглядит неровным, интернет, сигналы не очень хорошие. Все. О, на великах катается. Все, я поэтому вас и спросила. Сейчас я проверю, ловит ли интернет. Но меня не показывает. Так, всем привет. Ой, Анатолий, проверь, потому что я спустилась к воде, проверь интернет. Я на Зерки подошла ко второму озеру. Так, почти 40 минут мы с вами, кстати, ребятки, вот. 40 минут в эфире. Какая классная вода. Анатолий, привет. Привет. Так, резкость не очень, но не критично. Ну все, тогда говори плохое качество, я поднимаюсь кверху тогда. Значит, идем на тот пляж, где мы были, да? Ближе к городу, значит, интернет лучше ловит. Не знаю, от чего у меня зависит. А, кстати, я много слежу за твоими каналами, Хорхе. Да, я знаю, Хорхе, ты даже прямой эфир-то заходишь. На все прямые эфиры, кстати, Хорхе, ты заходишь. Почему-то у тебя смс-ки приходят. Так, что, ребятки, смотрите сейчас. Хандрит иногда зависает. Все, Валерий, спасибо. Ну, мы совсем с вами отошли от города, вот внизу. Я думаю, куда идем. Так, ребятки, давайте смотрите качество Хандрит. Ой, я потише буду кричать, у меня голос, я всегда кричу. Я сейчас одну минутку, ребята, не уходите, я перезагружаю интернет. One минута с рестарт, в общем.